Максим Федотов, 14 лет, село Острожка. Общительный, нравится знакомиться с новыми увлеченными людьми. Музыкальную карьеру начал в садике, с игры на ложках. Сейчас коллекционирует свои дипломы, статуэтки и медали за победы в конкурсах. Занимается спортом, любит слушать музыку и пишет музыку сам. Участвует в формуле успеха, потому что здесь все так интересно и необычно. Я постарался, выложился, ну, на все 100%, мне кажется. Но мог бы еще бы лучше. Я хочу победы, хочу, чтобы меня посмотрели на телевидении.